Акция «Добрый пластик» добралась и до нашего города. В воскресенье у торгового центра «Тополь» можно будет сдать вторсырье, средства от реализации которого пойдут на лечение 3-летнего Димы Епифанцева. Ему нужна операция по восстановлению слуха. Сбор организует фонд «География добра». Они же установят у торгового центра контейнеры для раздельного сбора. Помощь будет организована на регулярной основе. Согласованы пока 3 даты в декабре – 8, 14 и 15 число. Деньги на лечение Димы будут собирать до апреля. На операцию необходимо 2 миллиона 640 тысяч рублей. Ну, по опыту фонда, они в Костроме уже помогли многим детям, так что это такая общая задача. Я думаю, привлечется больше людей, чем раньше было. Сдать можно бумагу, картон, там, газеты, офисная бумага, пластиковые бутылки, крышки от бутылок. И что самое новое в городе, то можно будет сдать тетрапак. Это коробка из-под сока, из-под растительного молока и, по-моему, старые CD-диски.